Всем здравствуйте, меня зовут Хомич Влада Игоревна, я являюсь тренером и инструктором Международной детской школы «Счастливая гимнастика». Я имею звание мастера спорта России по художественной гимнастике. В этот вид спорта меня привели, как и большинство детей, мои родители в возрасте 5 лет. И как только я вошла в тренировочный зал, я сразу же влюбилась в этот вид спорта. Сейчас я также влюблена в этот вид спорта, но уже в качестве тренера. Я думаю, ни для кого не секрет, что художественная гимнастика, а также и эстетическая гимнастика, которая активно развивается в нашей школе, являются одними из самых изящных видов спорта. Их особенности – это то, что ребенок будет обладать силой воли, выносливостью и, конечно же, пластичностью. Также эти качества пригодятся ребенку в его дальнейшей жизни. Даже если он не свяжет свою жизнь с гимнастикой, это будет хорошей базой для любого вида спорта. В конце каждой тренировки мы поощряем детей и клеим им наклейки в блокнотики. Им это очень нравится, и они уходят с тренировки с хорошим настроением. Нам очень важна обратная связь. Задавайте интересующие вас вопросы в комментариях. Мы все видим и обязательно ответим. Ставьте лайки, подписывайтесь на наш канал и нажимайте колокольчик, чтобы не пропустить новое видео. До новых встреч!